На дорогах областного значения в Восточном Казахстане есть 13 паводкоопасных и 3 лавиноопасных участка. Как в регионе готовиться к весенним паводкам, рассказали в ходе брифинга руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов. Подробности далее. Протяженность дорог областного значения в Восточном Казахстане превышает 1500 километров. Их содержанием занимается компания «Облжигазжол». Предприятие имеет 5 производственно-дорожных участков по области. Для содержания дороги закреплены 79 единиц снегоочистительной техники. Исходя из опыта прошлых лет, на дорогах областного значения имеется 13 паводкоопасных и 3 лавиноопасных участка. Все эти участки мы прекрасно знаем, каждый начальник ПДУ, каждый мастер закреплен на этих участках, ежедневно ведется работа. По лавиноопасным участкам, как вы знаете, они находятся у нас на автодороге Узкаменогорск-Тарган-Самарская, а также Узкаменогорск-Горно-Улбинка Северная. В регионе есть 85 мостов и 1627 водопропускных труб. Работа по очистке начнется в конце февраля и будет завершена до 20 марта. Сейчас все трубы закрыты, чтобы не допустить их замерзания. В рамках подготовки к весенним паводкам в прошлом году были проведены работы по устройству и ремонту 7 сооружений. Ежедневно проводятся мероприятия по очистке водопропускных труб от наледи на 13 участках автодорог. По Облжигазжол ведется заготовка инертных материалов, закупка мешков, шланцевых инструментов и палатки для пропуска талой воды. На обслуживающих предприятиях с началом зимнего периода действует круглосуточное дежурство. Диспетчерская служба работает. Работа производственных дорожных участков работает в усиленном режиме. Работники закреплены, все ответственные лица. На случай ЧП к работе готов отряд оперативного реагирования, укомплектованный людьми, специализированной техникой и другими инструментами, необходимыми в случае паводка.